Здравствуйте, дорогие друзья! Компания в Спорте.ру и Северная лига ЛФЛ рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице, где буквально с минуты на минуту начнется поединок второго тура высшего дивизиона, в котором соперники сегодня являются коллективами, наверное, несколько разного статуса, однако ввиду определенных проблем одних и хорошего настроя других, мы, наверное, смеем ожидать несколько иного исхода, ежели мы давали прогноз на этот поединок до начала регулярного чемпионата. APC Азимут, APC дебютант высшего дивизиона, который уже успел разжиться одной победой в стартовом туре против Азимута, который добился наивысшего достижения в прошлогоднем первенстве, однако ввиду определенных финансовых проблем нынешний чемпионат наверняка будет складываться не так, как хотел бы сам наставник. Сетовал он перед началом этого сезона и этого поединка на определенные организационные, в том числе, проблемы. И сегодня Азимут весь матч будет действовать в меньшинстве, минус один. До начала матча наставник команды Виталий Гурцкая даже успел немножко пошутить, мол, дайте объявление в прямом эфире по поводу того, что команде нужны игроки. Понятное дело, что это не более чем шутки, но вот сегодня красно-белым предстоит реально выложиться даже не на все 100%, а на 110%, дабы нивелировать отставание в одного игрока. И Азимут начинает сегодняшний матч с атаки. И давайте, что ли, начнем знакомиться со стартовыми составами играющих команд. Начнем с номинальных гостей. Футбольный клуб Азимут, красно-белые цвета. Сегодня действуют они в меньшинстве. И, следовательно, расстановка также будет не совсем привычная для футбола формата 8 на 8, 2-3-1. Роман Дмитриев под первым номером защищает владение Азимута. И вот уже вступил он в первый раз сегодня в игру. Два защитника: Виталий Янко, 15-й, и Александр Алешин, 5-й. Евгений Беженарь, 8-й, в опорной зоне. Антон Гипихин и Тимур Джикия будут располагаться чуть выше Евгения в линии полузащиты. На острие атаки капитан, бессменный лидер Азимута Виталий Гурцкая, номер 10. У Епихина 18, у Тимура Джики 21 номер. Футбольный клуб APC под руководством нового наставника Григория Рыгалова. Следующее стартовое сочетание на сегодняшний поединок избрал Дмитрий Яснов, первый номер, защищает владение APC. Марат Сабиров, 3-й, в центре обороны. По краям Михаил Лобанов, 14-й, и Артем Феоктистов, 86-й. Вахтанг Меперишвили, 27-й, Гагик Петросян, 18-й, в полузащитной линии расположились. И на острие атаки Василий Милентьев, 15-й, Евгений Овсяников, 99-й. Не знаю, успели ли наставники электроников узнать о определенных проблемах Азимута и на этот поединок, в частности, и на сезон в целом. Но именно такую расстановку тренерский штаб избрал на этот матч, отмечая, что именно два нападающих будут действовать, правда, неизвестно, в одну линию или одним под другим. Сказали перед началом поединка, мол, как пойдет, но крен в сторону атаки, особенно учитывая определенные проблемы, опять-таки, в составе у соперника, вырисовывается абсолютно четко. Главный арбитр встречи Алексей Копылов, ваш комментатор на сегодняшнюю игру Никита Лаврентьев. У Азимута, как вы понимаете, нет ни одной замены на сегодняшний поединок, ни одного футболиста на скамейке запасных. У APC таких игроков сразу четверо. И посмотрим, каким же образом все эти футболисты будут освежать игру по ходу сегодняшнего поединка. На самом деле, преимущество численное, оно имеет колоссальный вес сегодня. В Москве по-настоящему летняя жаркая пора, и играть в такую погоду без замен, да еще и в численном меньшинстве, это, конечно, не очень легкая задача для команды Виталия Гурцкая. Понятное дело, что сегодня они будут действовать вторым номером, и
самостоятельно отдадут мяч и территорию сопернику. Посмотрим, как пройдет этот экзамен APC. Потому как на прошлой неделе в поединке против Энергомаша добились электроники достаточно уверенной победы по игре, но не по счету, всего 3-2. Энергомаш, как и APC, в прошлом году выступали в первом дивизионе. Не раз они сталкивались лицом к лицу в разных поединках. Ах, какой момент у Василия Милентьева. Головой пробивал он с отскоком от газона, но не сумел попасть в створ. Мяч перелетел через перекладину. И Роман Дмитриев таким образом сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вот и первый момент. Правда, всего лишь он состоялся на 5-й минуте. Но самое главное, что... состоялся, естественно, главное для поклонников электроников. Ну так вот, возвращаясь к поединку первого тура, в котором Энергомаш уступил APC со счетом 3-2, несмотря на то, что именно энергетики стали победителем первого дивизиона в прошлом году, APC во всех остальных турнирах продвинулся значительно дальше команды Эдуарда Славинского. Фол здесь фиксирует рефери. Михаил Лобанов прокинул мяч мимо Тимура Джики, а затем подставился под фол. Заработал штрафной и возможность без какой-либо спешки начать новую позиционную атаку. Вообще к APC по прошлому сезону приклеилось прозвище «Вечно второй», «Вечно серебряный», потому что во всех... за исключением Кубка Северной Лиги, в турнирах электроники заняли второе место. Здесь еще один момент у APC возникает. Опасный удар и ценой повреждения кто-то из защитников Азимута спасает свою команду от неминуемого гола. Бросился под выстрел защитник и, получается, затылком принял этот удар на себя. Смею предположить, что это Виталий Янко лежит на газоне. Один из двух центральных дефенсоров Азимута в сегодняшнем матче. Да, досталось ему, конечно, не слабо. Мощный выстрел получился. И сейчас бы, конечно, ему дать передохнуть, но нет такой возможности. Извиняется Василий Милентьев, извиняется за сам итог этого игрового момента, потому что там, по сути, не за что даже приносить свои извинения. Милентьев делал ровно то, что и должен был делать, а именно пробивал по воротам, пытался забить гол. Похвалим защитника Азимута. Ох, как здесь Артем Феоктистов ошибается. Гурская 2 в 2. Атака развивается даже в 3 в 2. Но попытался Гурская 1 в 1 обыграть Марата Сабирова. Не удалось это сделать капитану Азимута. Слева подключался Джики. Чуть позади был еще и Антон Епихин. Азимут, конечно, должен вот такими вот шансами пользоваться непременно. И не думаю я, что... уж очень много таких возможностей будет у команды Виталия Гурцкая. Но вот первый такой шансик красно-белые упустили. Из-за боковой красно-белые начинают. Но до Гурцкая мяч здесь не доходит. А Феоктистов еще одну ошибку допускает в совершенно простой ситуации. Алешин завозился с мячом и чуть было его не потерял. Здесь Пеженарь вступил в борьбу здорово и сохранил снаряд для своей команды. Из-за боковой Алешин вводит Джики. Надо переводить мяч направо. Именно только сейчас это делает Тимур. И в итоге неточная передача, контратака. Один на один выход не состоится. Да и вообще опасного момента не будет. Алаверды совершил Василий Милентьев. На неточность соперника ответил своей неакцентированной передачей. Не дают мне команды закончить свою мысль касательно серебряного прошлогоднего чемпионата в исполнении APC. Возможно, сейчас получится это сделать. Заняв второе место в чемпионате, команда
тогда еще Олега Крысанова. В двух кубковых соревнованиях, в кубке первой лиги, а также лиги Москвы, остановилась в шаге от выигранного трофея в лиге Москвы. APC в финале уступил Титану, команде, которая так же, как и APC, за один сезон пробилась в высшую лигу своего округа. Ну а в кубке первой лиги APC с минимальным счетом уступил Нефтянику, команде Аршака, которая по итогам сезона даже не сумела пробиться в стыковые игры, но непременно получит повышение в классе, наверное, уже в этом сезоне. Уж очень хорошая банда собралась в, скажем так, подчинении наставника. Здесь момент, еще один! Ух, Беженарь! Не совсем акцентированно пробил, но получилось даже более опасно, чем во всех предыдущих атаках Азимута. С трудом Дмитрий Яснов тут переправил мяч через перекладину. Азимут подаст еще один корнер. На этот раз, правда, последовала передача низом. И до Гурская мяч не дошел. Алешин сохраняет мяч в поле или нет, подсказывает резервный арбитр Алексею Куполову, что мяч покинул пределы поля. И APC уже возобновил игру. Петросян на удар из-за пределов штрафной. И совсем чуть-чуть ему не хватило до гола. А Гагик Петросян, к слову, является автором первого гола APC в высшем дивизионе. Таким образом, стал автором исторического взятия ворот. Сейчас был у него момент для того, чтобы забить еще. Он этого не сделал, но за партнера поработал Василий Милентьев. Получил передачу на подступах к штрафной и неотразимо для Романа Дмитриева пробил ему в домик. 1-0 на 11-й минуте. APC открывает счет в противостоянии. И смею предположить, что это взятие ворот окажется не единственным по ходу сегодняшнего поединка. Хочется, конечно, надеяться, что и Азимут сподобится на забитые мячи, тем более, что и моменты у красно-белых возникают. Но, повторюсь, в летний период игра в численном меньшинстве – это, скажем так, не самое приятное занятие. Феоктистов здорово играет в подкате и отбирает футбольный снаряд у соперника. APC в атаке. Еще один момент! И еще одна стойка ворот играет за Романа Дмитриева. Вновь на острие наступления электроников был Гагик Петросян. Оказалось, уже некуда мячу деваться. Но на неудачу 18-го номера бело-черных снаряд попадает в штангу и уходит на удар от ворот. APC владеет огромнейшим территориальным преимуществом. Оно и не удивительно. Ну и необходимо сказать, наверное, о турнирном положении команд. Понятное дело, что для Азимута это не более чем условности, потому как команда Виталия Гурская проводит свою первую игру в сезоне. А вот и APC, выиграв стартовый поединок против Энергомаша, расположился на 6-м месте турнирной таблицы. И если сегодня также добьется победы, то на текущий момент в режиме лайфа поднимется на вершину самого элитного дивизиона Северной лиги. Это стало возможным, потому как вчера было сыграно всего два матча. В первом из них ЦДК уверенно и без каких-либо проблем обыграл Gold Shark, однако недели ранее армейцы уступили Гефесту со счетом 2-4, и, следовательно, после двух проведенных встреч у команды Олега Полтевского всего 3 набранных балла и не самые, скажем так, хорошие результаты личных встреч.
момент здесь. Яснов отбивает мяч прямо перед собой, но Вахтанг Меперишвили здорово здесь сыграл на подстраховке и выбил мяч за боковую. Ну а во втором матче субботней игровой программы «Энергомаш», о котором мы сегодня уже немножко поговорили по ходу трансляции, уверенно и крупно переиграл «Беду». Команда Владимира Павлова, так же как и «Азимут», на самом деле серьезные кадровые проблемы испытывает. И учитывая, что Евгений Гирько весь матч провел в нападении, а вчерашние дублеры проводили весь матч целиком. Здесь «Азимут» еще один момент создает. Но на этот раз стойко играет за Дмитрия Яснова против «Азимута». Соответственно, момент голом не завершился. В достаточно неспешном темпе на самом деле проходит этот поединок. И моменты возникают один за другим. Возможно, для зрителей, которые любят такой искрометный и открытый футбол, это зрелище покажется интересным, но с точки зрения такого настоящего футбольного ума, здесь почерпнуть ценителям футбольных шахмат, наверное, будет не так много возможностей. «Азимут», конечно, исходя из каких-либо там предматчевых раскладов, должен был считаться фаворитом, но, повторюсь, серьезные кадровые проблемы, заставляющие красно-белых играть весь матч в меньшинстве, накладывают ощутимый отпечаток на эти самые предматчевые расклады. Ну и в итоге, возвращаясь я к результатам вчерашних матчей, «Беда» вряд ли могла рассчитывать на очки в этом поединке. Здесь у нас первая желтая карточка для Евгения Овсянникова, который руками остановил намечавшийся контрвыпад оппонента. По предупреждениям APC также выходит вперед. Но это, наверное, все-таки более статистика в пользу «Азимута». «Энергомаш» в итоге положил свои первые 3 очка в копилку коллективу высшего дивизиона. Больше матчей пока сыграно не было. Вся основная программа тура состоится сегодня. И, скорее всего, на вершине таблицы APC не останется по итогам уикенда. Хотя, кто знает, если удастся бело-черным добиться крупной победы, то за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей подопечные Григория Рыгалова и смогут обосноваться на вершине. Но, исходя из увиденного за первые 18 минут, пусть преимущество APC и не подвергается сомнению, все-таки разгромом пока и не пахнет. Более того, у «Азимута» есть моменты для того, чтобы провести эквалайзер. Замены произошли первые в сегодняшнем матче. На поле появился Дмитрий Рыбкин вместо Вахтанга Меперишвили. И слева в оборону вместо Артема Феоктистова вышел, насколько я понимаю, Эльдар Сиддиков. Да, под 19 номером действует этот защитник. Дмитрий Рыбкин под любимым 10-м. Больше перестановок пока не было. У «Азимута» их не может быть априори. Как уже не раз мы говорили по ходу сегодняшнего матча. Ну а тренерский штаб бело-черных пока ограничился лишь 2 перестановками. Еще один фол, по мнению главного арбитра, зарабатывает на себе Антон Епихин. И это момент, конечно, для «Азимута» провести ответный гол. Что интересно, Виталий Гурцкая отходит от мяча, признанный мастер стандартных положений.
а пробивать будет Тимур Джике. Отсюда на самом деле можно пробить так, что ни один голкипер не успеет среагировать, если мы говорим о ударах на силу. Удар как раз состоялся, но на достаточно удобной для Дмитрия Яснова высоте и, объективно говоря, прямо по центру. Еще один момент Азимут таким образом не использовал. Но самое главное сейчас, конечно же, для команды, что эти самые моменты есть. А у APC, напротив, их не так уж много. Если вынести за скобки гол Василия Милентьева, а также две стойки в исполнении Гагика Петросяна, то больше, наверное, вспомнить и нечего. Еще один потенциальный момент ликвидируется Михаилом Лобановым. Джики получал мяч в штрафной, пробивать в одно касание не стало, его успели заблокировать. Ну а Азимут постепенно прибирает инициативу к своим рукам, а вернее ногам, конечно же. И уже несколько минут достаточно плотно на половине поля соперника расположился Алешин. Прерывает передачу соперника, но ошибается затем. И чуть было не привозит, уж простите меня, такой же организм атаку на свои ворота. Петросян неплохо сейчас обыграл Джики. Овсяников налево, Рыбкин подключается к наступлению, Марат Сабиров. Но иное развитие атаки выбирает Дмитрий Рыбкин. А в суровой силовой борьбе Виталий Янко своему оппоненту не уступил и позволил мячу покинуть пределы поля. Тем временем у нас уже последняя 10-минутка первого тайма начала свой отсчет. На табло по-прежнему 1-0 после гола Василия Милентьева. Вот как раз сейчас с мячом 15-й номер переводит мяч на левый фланг атаки. Рыбкин ошибается в передаче. И возможность для контрвыпада появляется у Азимата. Здорово. Лобанов жестко идет в стык и встречает буквально лицом к лицу Джике. Ну а здесь фол. Здесь, безусловно, нарушение правил. Наверное, это максимум, что можно было выжать APC в ходе конкретно этого наступления. Слишком большая концентрация футболистов была на этом участке поля. Ну а у нас на поле Антон Наумов под 30-м номером у APC появился. Будет действовать он на краю полузащиты, скорее всего. Потому как поменял Евгения Овсянникова, вряд ли Наумов будет действовать в паре с Василием Милентьевым. Хотя, наверное, здесь может на и такие тренерские решения ожидать. Но пока действительно более похоже, что в три полузащитника действует APC. Ошибается Ситтиков. Обокрал его буквально Виталий Гурцкая, но заработал лишь угловой. Подали их уже достаточно большое количество красно-белое, и моменты возникали после некоторых из них. Помним мы удар Евгения Беженари, который, откровенно говоря, не получился. А вот это вот хорошее подключение. Хорошо увидел Виталий Гурцкая, притаившегося на поступах к штрафной Антона Епихина. Тот пробил в лед, но Дмитрий Яснов все прекрасно видел и на удар среагировал. Джике. Сохраняет мяч Тимур. И в итоге подключает к наступлению позиционному Виталия Янко. Тот, правда, не стал рисковать, а отыгрался с Дмитрием. Беженарь. Снова последует передача на голкипера. Конечно, хочется похвалить Азимут, несмотря на игру в численном меньшинстве и такие не самые
прохладные погодные условия. Азимут не опустился до примитивной игры, а старается в первую очередь играть за счет контроля мяча, что, конечно, не может не радовать. Не покинул мяч пределы поля. Резервный рефери четко просматривал линию. Вот, еще один дальний удар, на этот раз от Виталия Гурцка. Дмитрий Естов, конечно же, недоволен действиями своей опорной зоны. Раз за разом именно оттуда следуют удары по владениям электроников. И, наверное, если так будет продолжаться и дальше, то когда-то последует удар, с которым Яснов справиться не сможет. Гурцкая попробовал закрутить мяч от углового флажка в ворота, но Яснов прекрасно знаком с такими ходами. В прошлом году Александр Черненков подобным выстрелом в его ворота забивал. И угловой зарабатывает Азимут, но у арбитра иное мнение. Мне на самом деле тоже отсюда казалось, что от Дмитрия Рыбкина покинул мяч пределы поля, но рефери, конечно, находился намного ближе к эпизоду и, возможно, разглядел, что последнее касание мяча было именно в исполнении Виталия Янко. Возвращается на поле Артем Феоктистов. Именно с проведением замены была связана вот эта вот небольшая пауза. Поменял он на правом фланге обороны Михаила Лобанова. Скорее всего, 14 номер APC появится на поле уже во втором тайме. Феоктистов принимает мяч впервые после выхода. Вернее, возвращение на поле. Пытался сразу же обострить и найти на острие Василия Милентьева. Вторая попытка провести подобный же трюк. Наумов на подборе первой. Милентьев. Свободная зона перед ним. Он входит в штрафную. А здесь мяч попадает в руку подскользнувшемуся защитнику. Виталий Янко бросился под Василия Милентьева. Но, знаете, вот в такую погоду крошка приобретает очень специфическое свойство. Она начинает чуть подплавливаться, и иной раз вот футболисты действительно будто на ровном месте подскальзываются. Вот, возможно, сейчас произошел именно подобный случай. Ну, а Василий Милентьев имеет шанс оформить дубль, длинный разбег, и спокойно разводит он вратаря и голкипера по разным углам. Счет становится таким образом 2-0 за 3 минуты до окончания первого тайма. Ну а Милентьев забивает свой второй гол в сегодняшнем матче и второй гол в чемпионате. Милентьев, на всякий случай напомню, стал лучшим голеадором прошлогоднего первенства в первом дивизионе. На его счету 58 забитых мячей. Более того, по мнению представителей команд соперников, именно Милентьев стал лучшим игроком чемпионата, несмотря на то, что APC в итоге занял лишь второе место. Но вот его бомбардирские подвиги все-таки произвели наибольшее впечатление на соперников, нежели действия кого-то из чемпионского состава «Энергомаша». Азимут получает право на еще один стандарт, на этот раз штрафной. От левой бровки подача, но такие полуудары, полунавесы для Дмитрия Яснова все-таки семечки. Вот если бы там Виталий Гурцкая немножко так вот черканул бы по мячу, совсем чуть-чуть даже изменив траекторию полета снаряда, тогда уже можно было бы ожидать, что у Яснова возникнут проблемы. Но не в этот раз.
Алешин выигрывает единоборство у Василия Милентьева и выбивает мяч за боковую. Последняя минута первого тайма. Тем временем у нас началась. Нет, фиксирует нарушение правил рефери. Слишком спокойно произошла эта остановка в матче, и никаких споров даже не было, поэтому немного меня дезориентировали играющие команды. Милентьев сам готовится пробить по мячу. Нет, разыгрывает мяч с ближним. Ситиков играет в центр. Наумов неудачно обработал мяч, и пришлось ему возвращать снаряд партнеру. Рыбкин, момент для удара уже упущен, отчего не стал бить Феоктистов. Честно признаться, не знаю. Уже в штрафной чужой контролирует снаряд футболистов в бело-черном. И в итоге после удара Антона Наумова мяч, задев кого-то из футболистов «Азимута», отправляется на угловой, который, правда, APC не успеет подать, потому как Алексей Копылов отправляет команды на перерыв. 2-0 после первого тайма. Отдыхаем минутку-другую и возвращаемся на стадион на Флотской улице. Возобновилась игра в матче второго тура высшего дивизиона, в котором отношения выясняют APC и Азимут. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Григория Рыгалова. 2-0. Голы Василия Милентьева оказались единственными в первой половине. Если вы только подключились к нашей трансляции, сообщу для вас, что Азимут сегодня с первых минут играет в численном меньшинстве. Всего 7 футболистов красно-белых футболках приехали на стадион на Флотской на дебютный в этом сезоне для Азимута матч. Но несмотря на такое существенное кадровое отставание, выглядит Азимут более чем достойно. Имели красно-белые несколько хороших моментов для взятия ворот, но Дмитрий Яснов уверенно справлялся с атаками своего оппонента. Ну а Василий Милентьев, лучший голеадор прошлогоднего первенства первого дивизиона, своими шансами воспользовался на все 100. Первый гол был забит на 11-й минуте с игры, а за 3 минуты до перерыва Милентьев отличился с пенальти, который сам же и заработал. Впереди у нас чуть меньше уже 30 минут игрового времени. У Азимута есть время для того, чтобы отыграться и спасти ничью в этом противостоянии. Пока, наверное, о победе говорить не приходится. Нужно отыгрывать солидный уже гандикап, а при этом не пропускать еще. Но особенно вот последние минут 10 стартовой половины Азимут владел территориальным преимуществом, проводил подолгу время с мячом на чужой половине поля. Вот и вторую половину этого матча начинает именно со своих атак. Гаги Петросян допускает технический брак в верховой борьбе и неумышленно, безусловно, но тем не менее играет рукой. Еще один стандарт красно-белые таким образом получают. Не один десяток их было разыграно в первой половине, преимущественно, правда, угловые подавали футболисты Азимута. Еще один штрафной упущен. Удар со средне-дальней дистанции получился неточным. Вновь Тимур Джики пробивал. В первом тайме именно 21 номер имел отличную возможность для того, чтобы сравнять счет где-то в середине стартовой половины. Штрафной рефери назначил в 11 метрах от ворот Дмитрия Яснова, но удар у Джике получился прямо по центру и никаких особых трудностей Яснову не доставил. Еще один удар с дальней дистанции. Пришлось сложиться Яснову, чтобы его отразить, но вновь это все такие пристрелочные выстрелы. Забить с такой дистанции без толики удачи, наверное, все-таки не представляется возможным.
действия Актистов. Получает передачу от Мепиришвили и возвращает мяч своему капитану. Снова с мячом 27 номер APC. Овсянников, Феоктистов, достается ему по ногам от Александра Алешина. Ну, это такое игровое столкновение. А затем уже Гагик Петросян нарушал правила в борьбе. И мяч перешел к Азимуту. Атака левым флангом развивается. Неплохой прорыв совершил Антон Епихин. Но не удалось выполнить передачу на ударную позицию. Азимут продолжает наступать в основном за счет индивидуальных действий. И сейчас получилось достаточно опасно, но в итоге все закончилось ударом от ворота. Василий Милентьев затянул, откровенно затянул с передачей. И не сумели бело-черные воспользоваться выходом 3 в 2. А теперь ответ Азимута. Достается тут немножко по ногам Джики, но момент, что называется, уже заигран. Рефери предлагает продолжить игру, и контратака 3 в 1 буквально. Овсянников, передача Феоктистову. Неудачно обрабатывает мяч Артема, и в итоге и этот момент упущен. Открытая игра от ножа пошла. И как минимум один из голов мы обязаны были сейчас увидеть, но ни Азимут, ни APC своими возможностями не воспользовались. Овсянников входит в штрафную. Совсем без какого-либо сопротивления. А там уже его начинают встречать соперники. Петросян здорово вступил в борьбу и мяч отвоевал. А вот здесь Лобанов не точно передачу отдает. И вынужден вновь вступать в единоборство и возвращать себе мяч. Еще один перспективный момент у ворот Дмитрия возник. Петросян, получив передачу от Лобанова, вошел в штрафную и прострелил, но безадресно, не поднял голову и не видел, что партнеров в той точке не наблюдалось. Милентьев, фирменный удар из-под защитника с подкруточкой в дальний угол. На этот раз не точно. Азимут по-прежнему пока не торопится. Хоть и отстает уже в 2 мяча. Янко. Точно на Джике. Беженарь. Разворачивается в центре поля Евгений. Гурцкая. И вновь стоит только Азимуту подойти на опасное расстояние к воротам Дмитрия Яснова, как сразу же защитники бело-черных, откровенно говоря, их съедают. Алешин играет поперек на Янко. Здорово выходит из не самой простой ситуации Виталий. Подключается к атаке. Перед ним свободная зона. Можно уже бить по воротам. Он это делает. И на добивание он же первым. Яснов вновь выручает свою команду. Как-то уж слишком просто EPC позволяет своему сопернику пробираться к его воротам. Говорил я буквально минуту назад, что защитники справляются с наскоками Азимута, но это если мы говорим о позиционных атаках. Вот такие быстрые контрвыпады, которые состоялись несколькими секундами ранее и может состояться сейчас, для электроников становится крайне неприятным событием. Еще один удар из-за пределов штрафной. Теперь от Евгения Беженаря. Момент продолжается. Здесь Лобанов в подкате разряжает обстановку, а затем еще и вынуждает оппонента в борьбе вытолкнуть мяч за пределы поля. И от ноги Виталия Янко мяч покидает пределы зеленого прямоугольника. Живое начало второй половины. В целом, как и вся стартовая 30-минутка. Милентьев пяткой отдает на Овсянникова. Вахтанг Мепиришвили здесь подключается, но сложно было ему отдать точную передачу. Поэтому Овсянников отыгрался сначала с Петросяном и лишь затем отдал мяч Мепиришвили.
скидка под удар, но бить не стала. Предпочитаю доверенного разыгрывать снаряд бело-черный. Меперешвили, хорошая передача Феоктистову в штрафную. Петросян, Феоктистов, подача, Милентьев. Здесь ему уже пробить, конечно, никто не даст. Но подбор вновь остается за бело-черными. Все футболисты, за исключением Дмитрия Яснова, сейчас располагаются на половине поля азимута. Петросян в штрафной, бить вновь не стало. Милентьев, неудачная скидка. Не доводят до удара своей атаки EPC. И, конечно, это проблема. И именно то, что должно сейчас поднапрячь тренерский штаб электроников, потому что без ударов, конечно же, не будет голов. И это азимут сейчас играет в меньшинстве, а все остальные соперники подобный подарок могут команде Григория Рыгалова не предоставить. Лобанов здорово здесь отобрал снаряд на своей половине поля и возглавил неспешную контратаку. Милентьев, скидка Овсянникову, удар мимо ворот. Ну и замена у APC. Михаил Лобанов сам попросил дать ему подышать. И отправляется он на скамеечку запасных. Несмотря на то, что достаточно открытый футбол и очень много моментов, действительно не хватает чего-то этому противостоянию. Возможно, APC слишком вольготно себя чувствует для дебютанта высшего дивизиона. Понимает, что победу в сегодняшнем матче уже, наверное, не упустит, учитывая, что два гола в первом тайме уже были забиты. Здесь Меперишвили получит отложенную желтую карточку. Уже предупредил его об этом Алексей Копылов. Инко. Скидывает мяч Епихину. Обратно отыгрывается полузащитник на своего партнера. Джики. Янко. И вновь нет какого-либо интересного продолжения атаки. Здорово зонально располагаются футболисты APC. Здесь нужно какое-нибудь нестандартное решение придумать. Вот, как, например, забегание Беженария из глубины во фланг. Подача в штрафную. Момент. И Яснов выручает свою команду. По-прежнему не было у нас паузы. Следовательно, желтую карточку Меперишвили все еще не получил. А атака уже EPC развивается. Милентьев здорово развернул оппонента. Ответный пас от Петросяна. И Милентьев упускает отличную возможность оформить хет-трик. Ну а вот только сейчас Алексей Копылов на 42-й минуте отправляется к Вахтангу Меперишвили, чтобы предъявить ему заслуженное предупреждение. Ну и сразу же отправился на скамейку запасных капитан электроников Дмитрий Рыбкин. Вместо него на поле появился. Ну а у азимута по-прежнему никаких перестановок быть не может. И вот он еще один момент. И Гурцкая на этот раз не забивает. Яснов вновь выше всяких похвал действует. На этот раз справился с ударом Гурцкая буквально метров 7. Если мы говорили о том, что Милентьев является лучшим бомбардиром прошлогоднего первенства в первом дивизионе, то Гурцкая вот уже сезонов эдак 3-4 является главным снайпером высшего дивизиона Северной лиги. Например, в прошлом году на счету Гурцкая 55 забитых мячей, и в последнем туре удалось ему совершить так называемый настоящий камбэк и стать главным действующим лицом гонки бомбардиров. Еще один голевой момент, который не использует команда в сегодняшнем матче.
Никаких Петросян. По-прежнему не может поразить ворота Романа Дмитриева для 18 номера. Оказываются они по-настоящему заколдованными. Епихин. Длинная вертикальная передача в направлении Гурцкая. Тому было тяжело выиграть единоборство Марата Сабирова. Рыбкин совершает перехват. Милентьев с мячом. Передача направо на Рыбкина. Еще один удар. Здесь Дмитриев играет надежно. Но первым на подборе вновь Гагик Петросян. И зарабатывает он для своей команды аут. Бросает штрафную, но здесь Дмитриев выходит из ворот и, не уступая в габаритах, но имея возможность пользоваться руками, спокойно снимает мяч с головы у Василия Милентьева. Джике смещается в центр. Отыгрывается в длинную стенку с Гурцкая, но ненамного удалось ему благодаря этой перепасовке продвинуться к воротам, ну а затем уже откровенно перемудрили красно-белые. Милентьев здорово выигрывает верховое единоборство у Алешина. Выход буквально 2 в 0, и Милентьев оформляет хет-трик. 45-я минута. Алешин недоволен решением арбитра, но, на мой взгляд, не было там никакого нарушения правил. Милентьев заранее выиграл позицию и грамотно воспользовался своим преимуществом. Отыгрался с Гагиком Петросяном, а тот, понимая, что забить ему сегодня не удастся, небольшое проклятие нависло над воротами Романа Дмитриева для Гагика Петросяна. Но вот голевые передачи вполне ему удаются. И одна из них закончилась голом Василия Милентьева. 3-0. Наверное, на этом интрига встречи окончательно умирает. Если два мяча еще можно было поверить, что Азимут успеет отыграть, то вот за оставшиеся 14 минут вряд ли красно-белые сподобятся на 3 забитых гола. Ну а несмотря на то, что Василий Милентьев отметился хитриком, другим не менее ценным героем этого матча я бы назвал Дмитрия Яснова. Достаточно большое количество сейвов совершил этот прекрасный голкипер. И во многом благодаря ему APC сейчас уверенно и крупно ведет в счете. Василий Милентьев отправился отдыхать. Следовательно, у нас очередные перестановки произошли впереди. Евгений Овсяников таким образом, судя по всему, будет действовать на острие. Наумов, как и играл, так и будет действовать с краю полузащиты. Дмитрий Рыбкин и Вахтанг Мапиришвили составляют центральную ось бело-черных. Ну а Азимут тем временем зарабатывает очередной энный уже корнер в сегодняшнем поединке. И вновь Виталий Гурцкая разыгрывает стандарт с Тимуром Джике. Гурцкая. Женарь. И вновь потеря. А Наумов тем временем убегает один на один буквально от центрального круга, но как-то слишком легко Антон Епихин, уступая своему сопернику метров эдак 10, сокращает это расстояние и не позволяет Наумову пробить даже толком по воротам Дмитриева. Фол фиксирует рефери. Не по букве закона обошлись с Виталием Янком. Разыгрывают мяч красно-белые, словно по традиции сегодняшнего матча. И вновь дело не заканчивается опасным моментом. Наумов завозился с мячом и чуть было его не потерял. Если быть точнее, то снаряд-то он потерял, но в итоге
Удачный отскок подобрали защитники APC. Завершают атаку электроники ударом. Но совсем уж бесхитростным. Женари. Играет Загурская. А тот вновь на себе зарабатывает стандарт. Разыгрывают быстро мяч. Красно-белый. Беженарь уходит от подката Наумова и подключает к наступлению Янко. Упирается он в лицевую линию и отыгрывается назад на Беженаря. И вновь все туда же, к угловому флажку, отправляются красно-белые, чтобы заработать очередной стандарт. Отсюда пробить, конечно, опасно получится едва ли. Но вот как-то разыграть или прострелить в надежде на рикошет можно вполне. Тем более, что до ворот, в отличие от углового, меньше метров так на 7 на глазок. Гурская выполняет передачу низом в штрафную. Здесь падение, но судья даже не удостоил вниманием это самое падение. В итоге Азимут завершает атаку ударом. Вновь Яснов действует надежно. А затем Азимут еще и сам буквально отдает мяч своему сопернику. Ну, Алешин возвращает снаряд своей команде. Янко смещается в центр, бьет. Опасно выглядело. Яснов уже даже не выговаривает своим защитникам, будто понимая, что никаких изменений все равно не произойдет. Все-таки в головах у бело-черных, как бы они ни старались, сидит тот факт, что соперник действует в меньшинстве. Мы ведем с крупным счетом. И менее чем через 10 минут возглавим турнирную таблицу высшего дивизиона. Овсяников принимает мяч вблизи чужой штрафной, а затем что-то совсем непонятное произошло. Дмитрий Рыбкин как-то совсем, как будто не хотел получать эту передачу. Лежит на газоне Виталий Гурцкая. Досталось ему в предыдущем эпизоде, но сами футболисты Азимута останавливаться не стали, продолжили атаку. Естественно, и APC не стал останавливаться и выбивать мяч за бокову. Лобанов играет в центр на Мепаришвили. Рыбкин. Передача в штрафную. Еще один момент на этот раз у Евгения Овсянникова. Пробивал он левой ногой, так тянулся к мячу и запустил снаряд выше перекладины. Доигрывают матч команды, что в принципе неудивительно. Начиная с 45-й минуты, в этом поединке интриги уже не осталось. Единственная интрига — это с каким же счетом закончится поединок и вытекающая отсюда интрига, сумеет ли сохранить Дмитрий Яснов свои ворота в неприкосновенности. Епихин. Через Беженаря мяч доходит до Янко. Алешин контролирует мяч красно-белые. Но вновь без какого-либо продвижения вперед. Вот только вот так, с помощью очередного стандарта, Азимут получает возможность выполнить беспрепятственную передачу в район штрафной площади. Если, конечно же, в очередной раз не разыграют этот стандарт. Тем временем массовая замена у APC. В частности, возвращаются на поле Василий Милентьев и Гайки Петросян. Но Азимут не изменяет себе, а продолжает разыгрывать все стандартные положения. Беженарь. Небрежная передача. И в итоге очередная возможность для контратаки у APC. Петросян в центр на Мепаришвили. Прошу прощения, на Милентьева, конечно же. И оформляет покер Василий Милентьев. В таком неспешном темпе проходит игра, что ваш покорный слуга
сожалению, даже заговорился. Ну а Милентьев четвертый мяч в сегодняшнем поединке забивает. Оформляет покер. Сейчас хочу я проверить информацию. Были ли подобные голевые свершения в первом туре высшего дивизиона. Так, навскидку я их вспомнить не могу, но, возможно, что-то и от моего внимания ушло. Нет, действительно, лишь Егор Васильев в первом игровом туре отметился хет-триком. Забил его Васильев также и вчера в поединке против ЦДКА. И таким образом именно Васильев и Василий Милентьев возглавляют на данную минуту гонку бомбардиров высшего дивизиона. А у нас остается 5 минут до окончания этого матча. К сожалению, не получился он настолько увлекательным, насколько выглядел, исходя из предматчевых раскладов. Хочется надеяться, что Азимут сумеет решить все проблемы свои кадровые и включится в борьбу за место в первой восьмерке. А Василий Милентьев забивает пятый гол эстетским ударом пяткой. Оформляет уже пентатрик. Возглавляет единолично гонку бомбардиров и позволяет сделать эту победу еще более крупной. 5-0. Становится техническим. Счет. Но еще есть 5 минут у одной и у другой стороны, чтобы забить еще гол. Скорее, конечно, к этому будут ближе футболисты EPC, которые проводят вот очередную атаку. 3 в 2. И Роман Дмитриев спасает свою команду от очередного пропущенного мяча. Хороший удар у Евгения Овсянникова получился. EPC тем временем разыгрывает угловой и по-прежнему в численном большинстве атакует бело-черное. Вот лишь сейчас количество футболистов на половине поля Азимута уравнялось. А мне вот кажется, что здесь был гол. Но опять-таки, словно проклят на сегодняшнюю встречу. Уж простите мне такое громкое слово. Гагик Петросян вновь стойка ворот играет за Романа Дмитриева. И мяч вылетает в поле после удара в перекладину. Феоктистов играет на Меперешвили. Обыгрывает один в один спокойно Янко Меперешвили. Феоктистов пытаются бело-черные вывести Петросяна на гол. Он-то его абсолютно точно сегодня заслужил. Так же, как на самом деле заслужил гол и Азимута. И вот еще один момент возникает. Яснов вновь негодует, и его я абсолютно точно могу понять. Раз за разом по ходу встречи Азимут находит такие моменты для прицельного выстрела. Разыгрывает мяч Яснов с ближним. Овсянников включает к атаке Меперешвили. Овсянников. Передача на Петросяна. Тот штрафной, но бить отсюда, конечно, неудобно. Овсянников 6-0. Забивает свой гол и второй форвард EPC в сегодняшнем матче. Окончательно деклассируя Азимут в сегодняшнем конкретном поединке.
Полторы минуты у нас остается до окончания этого поединка. Вряд ли Алексей Копылов хоть несколько секунд добавит к основному времени. Это не нужно ни одним, ни другим на самом деле. Ну а APC продолжает идти в атаку неспешно, буквально пешком. Ну а это уже даже элементы пижонства в исполнении Петросяна. Передача пяткой не прошла. Вернее, прошла, но там никого из партнеров в той точке, куда отправилась передача, не было. Янко попытался прокинуть в домик вахтангом, и Перешвили не удалось. Епихин здорово развернулся и ушел сразу от двух оппонентов. На скорости не уходит от третьего. Но в итоге еще и мяч потерял. Феоктистов играет на Петросяна. Атака 4 в 2. Рыбкин. Милентьев может забить свой шестой гол в сегодняшнем матче, но забивает седьмой мяч Дмитрий Рыбкин. Сместился за счет партнера ближе к центру и неотразимо покатил в правый от себя угол. Уж кого откровенно жалко по ходу сегодняшней встречи, так это Романа Дмитриева. Ну а этот гол стал последним в сегодняшнем поединке. 7-0 в итоге завершается эта встреча. Для вас этот поединок прокомментировал Никита Лаврентьев. На этом будем прощаться. Встретимся на полях Северной лиги, друзья. Сегодня нас ждут еще две прямые трансляции со Флотской. Ждите эти матчи с нетерпением. Увидимся на полях Северной лиги и до свидания.